Они прожили вместе более полувека и смогли создать и сохранить самое ценное, что есть в этом мире – семью. 16 пар, отметивших в этом году золотую, изумрудную, бриллиантовую и железную годовщины свадьбы, вновь, как и много лет назад, пришли в регистрационный зал ЗАГС под звуки марша Мендельсона. Чествовать юбиляров семейной жизни в Ленинском городском округе давно уже стало доброй традицией. На мой взгляд, большой подвиг. Прожить в дружбе, в согласии, вырастить детей, внуков, правнуков и всей своей жизнью показывать пример молодым, как надо жить, трудиться и работать. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, счастья вам, вашим близким, деткам, внукам. Всего вам хорошего и всего вам доброго. И спасибо вам большое, что вы у нас есть. Валентина Григорьевна и Юрий Васильевич Марюнины утверждают, они вместе не 50 лет, а целых 73 года. Мы родились в одной деревне, одна акушерка нас принимала, он родился на месяц раньше, но поскольку у его мамы не хватало немного молока, моя мама его подкармливала. Когда им исполнилось по 20 лет, они поженились и больше уже не расставались. Секрет семейного счастья поведал глава семейства. Никогда не нужно ни ругаться, ни скандалить, ничего. Вот тогда и можно еще жить, жить. Зоя Серафимовна и Алексей Кузьмич Козявины тоже уверены, секрет семейного счастья во взаимопонимании. Понимать друг друга надо в первую очередь. Вот захотела сапоги купить, посмотрели, да, износились, надо. Поглядел у меня ботинки. Нет, давай подождем еще годок, потом купим. Мы совершенно разные люди, но у нас были общие интересы. Вырастить сына. Мы очень любим путешествовать. Мы много путешествовали. Вот так складывается. И уступать. Не надо, вот я не хочу посуду мыть и все. Надо, не хочешь, давай я помою. Вот так надо жить. На мероприятии было сказано много теплых слов в адрес юбиляров. Поздравления чередовались с музыкальными номерами. Все юбиляры семейной жизни получили поздравительные адреса, памятные подарки и цветы, а также расписались в юбилейной памятной книге. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.